1 апреля 1951 года был открыт Московский коксогазовый завод, теперь входящий в группу «Мечел». Это одно из передовых предприятий в области внедрения технических инноваций, объемов и качества производимой продукции, благоустройства и озеленения территории. Завод отмечен многими высокими наградами, из которых самое почетное – орден Трудового Красного Знамени. Во все времена он был гордостью Московской области и Ленинского района. На сегодняшний день на заводе трудится более 1000 человек. 21 августа в преддверии празднования 50-летия города Видное прошла церемония награждения работников Московского коксогазового завода юбилейными медалями. Тысячи и тысячи людей города, района, связав свою жизнь с коксогазовым заводом, построив этот город, продолжают в нем жить, дружить. И вот сегодня, вручая вот эти награды, конечно же, это заслуга прежде всего вас и ваших семей, ваших друзей, а в целом всего коллектива. По поручению главы Ленинского муниципального района Олега Хромова перед работниками завода с приветственным словом выступила первый заместитель главы администрации Ленинского района Елена Добрина. Особо приятно сегодня находиться у вас, потому что город Видное начал строиться как поселок коксогазового завода. И вот то, что сегодня мы видим в нашем замечательном городе, это все создано благодаря тому, что есть завод, есть люди, которые работали, строили его, которые восстанавливали нашу промышленность после войны. И мы получили такой замечательный, красивый город. В числе награжденных начальники производства, цехов, отделов, механики, инженеры, представители правкома и администрации завода. Трус Владимир Ярославович. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.